что произошло в 91-м году, это абсурд. Они распустили то... Другое дело, что у них было ощущение, что они часть элиты, а элита, как известно, не под... Кто стоит за спиной всех разворачивающихся процессов? Субъект-то кто? Уважаемые любители моих небольших роликов о науке и всяких... Говорили о левиафанах, об эгрегорах, о кольцах. Мы тогда вели... Дзержинский при поддержке Сталина, по сути дела, подготовил наш поворот к индустриализации. У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта.